Спасибо, 112, город Рязань. Начиная с 24 июля сюда на телефон единой дежурной диспетчерской службы 112 ежедневно поступает около 400 звонков. Горожане сообщают как о чрезвычайных ситуациях, требующих быстрого реагирования оперативных служб, так и о своих бытовых проблемах, например, отключение света в квартире. Теперь при поступлении звонка от населения о каком-либо происшествии, это может быть связано с реагированием пожарной охраны, полиции, медицинской помощи или аварийной службы Горгаза, звонки приходят с операторов сотовой связи по номеру 112 на диспетчерскую службу. Соответственно, диспетчер по приеме первичной информации населения о каком-либо происшествии перенаправляет этот звонок в ту службу, по которой требуется оперативно реагировать. Пока номер 112 доступен лишь с мобильных телефонов. Впрочем, к 2017 году звонить можно будет и с обычных городских. До этого момента действует комбинированная схема.